субботу вечером на улице Вележской областного центра загорелся автомобиль. И не простой, а класса люкс. Бентли «Континенталь». Таких в нашем городе всего два. Пожарные, прибывшие на место, уже через 5 минут после сообщения пламя потушили. Но авто стоимостью порядка 10 миллионов рублей выгорело почти полностью. В результате уничтожен салон автомобиля на площади 2 квадратных метра. Причина пожара устанавливается.